Температура горячего асфальта 180-190 градусов. Дорожных работников это особо не волнует, организм уже привык, и в сильную жару дискомфорта они не испытывают. А вот отношение некоторых самарцев огорчает. Работы ведутся с 11 вечера до 6 часов утра. Но даже в ночное время движение в поселке Зубчининовка интенсивное. Машин, конечно, мешает сильно. То есть, ну, зависит от водителей. Все водители разные. То есть, регулируем движение. Бывает, там по-хамски как-то относятся, создают пробки. Ну, а так стремимся, чтобы все нормально было, регулируем. Чтобы водители были довольны, и мы довольны ими. Капитальный ремонт идет на двух улицах промышленного района. На Аэропортовском шоссе приведут в порядок более 3 километров дороги. Почти столько же на улице Чекистов. Работы планируют завершить в начале июня. Заказчик в нашем муниципальном контракте указал гарантию сроком в 5 лет. Я думаю, что при условии надлежащего содержания автомобильной дороги и при решении вопроса с водоотведением в этом районе, срок вполне реальный. После ремонта дорог в Зубчининовке работники возьмутся за улицу Нововокзальную и за Алма-Атинскую от Московского шоссе до Старозагоры. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИС, События.